Всем привет! Сегодня мы будем готовить капустные котлетки. Для этого нам понадобится капуста. Я ее мелко-мелко порубила. Лук у меня красный. Чеснок, манка и 2 яйца. Приступаем. Итак, капусту мы все отжали, чтобы вышел из нее сок. Теперь добавляем сюда красный лучок, можете белый, какой у вас есть, чесночок. Все хорошо перемешиваем. Добавляем 2 яйца. Также все хорошо перемешиваем. Так, солим с вами по вкусу. И теперь добавляем нашу манку. Примерно 3 столовые ложки. Все перемешиваем. Так, все хорошо мы с вами перемешали. Теперь оставим примерно на 10 минуточек, чтобы у нас манка чуть-чуть разбухла. Ну что, манка у нас чуть-чуть разбухла. Я добавила еще сюда укропчика. Вы можете еще добавить любые специи. Теперь лепим маленькие котлетки и отправляем жариться на сковородку. Вот так вот двумя ручками лепим наши котлетки. Видите, какие красавцы получаются. И отправляем жариться на разогретую сковородочку. Итак, обжариваем наши с вами румяные котлеточки вот до такой корочки. С двух сторон обжариваем. Я тарелочку всегда застилаю вот такими вот или салфетками бумажными, или полотенцем. К сожалению, полотенчика у меня закончилось. Просто на тарелочку положу салфетки. И сейчас будем складывать сюда наши котлетки. И весь лишний жир, который был на котлетках, у нас в эту салфеточку впитает. Ну что, первая партия наших котлеток готова. Ну что, готовы наши вкусняшки, наши котлетки. Добавляем сметанку и наслаждаемся. Всем приятного аппетита!